Москве и в эту неделю в Питере. Пожалуйста, записывайтесь, звоните, выбирайте каждый свое, то, что поможет вам, и приходите. Расскажите об этом своим друзьям и поучаствуйте в нашей партнерской программе, которая тоже набирает рост, и которая, я надеюсь, я так хочу, позволит вам не только передать информацию вашим друзьям, но также и получить какую-то финансовую поддержку со временем. Итак, приходите, я вас жду. Для подписчиков моей страницы первое занятие в Москве и первое занятие в Петербурге в подарок. Будет много интересного и нового. Мне есть, что вам рассказать, и мне есть, что вам дать. И я с удовольствием вас жду и дам вам то, что нужно вам. Не я дам, а энергия, которая идет через меня с этим энергетическим потоком. А для тех, кто не живет в Москве и Питере, я повторяю, будет онлайн-занятие по той же теме, тот же курс «Ключ к себе», только уже в своей энергии. Приглашаю, записывайтесь уже сейчас. Под плеером стоит баннер. А сбоку здесь, по-моему, с правой стороны расположена информация о курсе. Также в меню «Выездные встречи». Кто не открывает рассылку, может... Так. Кто не открывает рассылку, может также посмотреть, что я предлагаю. Меню называется на странице «Выездные встречи». И там полностью есть программа. Так что приглашаю, сделайте свой выбор. Для подписчиков моей страницы сейчас наступает небольшой отпуск от меня. Я надеюсь, что у вас сейчас появится время каждую субботу, когда меня здесь не будет, заглянуть на мою страницу и пройти курс Осho Дзен Таро. Это 24 медитации, которые улучшат вашу жизнь, помогут избавиться от страхов и вообще научат вас, как быть в потоке и медитировать. Пока они находятся в бесплатном доступе, так что используйте свой шанс. Я думаю, что со следующего года я сделаю это определенным платным курсом. Так что записывайтесь на страницу, записывайтесь на этот курс Осho Дзен Таро и начинайте изучать. Для тех, кто читает все-таки рассылку, я давала интересное задание, у нас была медитация, и я просила вас понаблюдать и делать медитацию в течение месяца. По приезду из Питера я обязательно проверю это задание, кто как выполнил. Пожалуйста, отчитайтесь и напишите. Потому что если никто не напишет, я не буду делать и создавать такие медитации. И у нас не будет такой рассылки, как рассылка, где мы можем вот так в свободном доступе учиться и получать какие-то результаты. Было бы жалко. Итак, еще раз, приходите на мой курс. Он будет необычный,
Если достаточно придет людей, мы проведем еще и лотерею, на которой будет выигрыш, либо консультация, либо энергетический массаж, ну, массаж с биоэнергетическими элементами, да, либо курс. Так что рассказывайте своим друзьям, приводите их в Москву и в Питер и улучшайте свою жизнь. А сейчас мы, получив всю информацию на сегодня, закончим это занятие коротенькой медитацией по выходу из энергии этого занятия, каждый в свою жизнь. Итак, глубоко вдохнули в себя. Выдыхая, представьте себя, как вы снова собираетесь в себя того физического, которого вы знаете всю жизнь, и выходите осветленным и просветленным, каждый из этого океана в свою жизнь, на берег своей жизни, своих возможностей и новых свершений. Окутайтесь светом и понесите этот свет, как лучики, как вибрации, исходящие от вас, дальше на ваше окружение, на вашу работу, на ваши дела, на ваш отдых, на ваше здоровье. Глубоко вдохните в себя. И выдохнув, откройте глаза. С вами была Центр Энергия Жизни Ольга Бёми. Я жду для тех, кто сделал свой выбор, вас в Москве, лично вас поприветствовать и познакомиться с вами глаза в глаза. Всем большой привет, замечательных выходных и удачной следующей недели. Начинайте учиться те, кто еще не дошли, но кто хочет прийти. Итак, всем пока, чао!